сегодня принимаю участие в забеге вместе раздельно. Бегу от Щёрц в направлении Налибоки. Через Неман по Налибокской пуще. Сколько добегу? Не знаю, надеюсь, километров 20. Ну, потом бегу назад. Итого получится практически марафон. Я стартовал. Бежим в туман к реке Неман. Вот, 2 минуты проёшкался на старте. Потеря времени. Мост через Неман начался. Этот мост построили в 70-х годах. В войну был деревянный мост, его разрушили в войну. И до 70-х годов, до конца, в Щёрцах был плавучий мост. Домик Бойнича. Он всегда смотрел за мостом. Сейчас никто не жил, разруха. Это съезд к Неману. Последний такой съезд на этой дороге. Ну а дальше до Кромани. Бежим. Пахнет черёмом. Прелесть. Река белая. Вот какая речка. Какие виды. Практически 4 километра от Щёрц. Сюда в детстве я ходил по грибы. Белым была тьма. Вопрос был, как донести назад их. О, злой дороги растет черемуха. Такие запахи приятные. Вообще сказка лежать здесь. Просто дорога смешноватая, конечно. Это река черная. Она не такая же живописная, как белая. Вообще канава. Такая не просто. За речка. Поворачиваем налево. Херсонское лесничество. Тут уже пошел настоящий лес. Вы слышите, как пахнет черемуха? В стране, наверное, карантин. Ни машин, ни людей, никого. Уже Станцовский район. Вот поворот на озеро Кромы. До Кромы не получается 12 километров от Щёрц. А я раньше думал, что делать. Там база отдыха. На обратном пути я туда забегу. Вот, сниму, что надо интересное видео на видео. А пока вперед. В детстве на Кромы я ходил пешком на рыбалку. Но тогда не с ночёвкой. А на велосипедах ездили за раками. Ловили их очень много. Ныряли с масками ластами. Тогда ограничений на ловлю раков не было никаких. Вода на Кромы не была очень чистая. Сейчас как-то было Кромы. Совсем не та вода, совсем не та кого-то. Ага, побежим сюда. Наверное, тоже на Рибоке. Да, на Рибоке осталось. 10 км. Какое место красивое. До окончания моего времени я на Рибок не добегу. Туда еще 24 км. Вот вопрос ключевой. Будет ли работать мобильная связь, куда я бегу? Конечно, надо послать будет мою конечную точку маршрута организаторам. Пробежал 15 километров, час 30, нормально. Не
осталось мне бежать 15 минут до истечения времени. Пробежал практически 20 километров. Состояние нормальное. Сейчас буду отправлять свои координаты. Ну, а потом назад бежать. Конечно, темп уменьшим. Но нормально. Состояние хорошее. Спасибо организаторам за такой классную организацию классных мероприятий. 9 мая там вроде что-то намечается еще. До новых встреч. Бай. Как обещал, на обратном пути завернем на Кромань. Посмотрим, как тут. Ну вот, я добежал до точки старта. Ну что, в целом я сегодня пробежал почти 41 километр, 20 в соответствии с мероприятием этими соревнованиями, и 21 почти назад с забегом на Кроме. Доволен как слон, особенно что вернулся своим ходом.